Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем. Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли.